Преступление, которому не может быть оправданий. 30-летняя жительница поселка Ильинский распивала спиртное в компании собутыльников и в какой-то момент набросилась на своего двухгодовалого малыша. Разбила окно дома, расположенного на первом этаже, и через указанное окно выбросила своего несовершеннолетнего сына в раздетом состоянии на улицу. После чего вышла из дома и подвергла мальчика избиению, нанеся ему множественные удары по голове и телу. Проходившие мимо люди оттащили мать от ребенка. Обезумевшую от ярости мать забрала полиция. Полуживого малыша госпитализировали в одну из пермских больниц. Сейчас угрозы жизни ребенка нет, однако состояние его остается тяжелым. Такие побои не каждый взрослый бы выдержал, говорят сотрудники органов внутренних дел. Диагноз, который поставлен ему, и те травмы, которые у ребенка на сегодняшний день есть, безусловно, они тяжкие с учетом возраста. Конечно же, здесь говорить о том, что просто так отделался ребенок, совершенно нельзя. То есть ребенок получил очень серьезные травмы на сегодняшний день, и ему необходимо длительное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Также будет решаться вопрос о лишении отца и матери родительских прав. Хотя сделать это надо было уже давно. Семья мальчика числилась социально опасной. Служебные проверки будут осуществляться и в отношении должностных лиц на предмет ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Это и представители комиссии по делам несовершеннолетних, и работники детского сада, которые отдали ребенка матери, едва державшейся на ногах. По мнению следователей, если бы не их попустительство, преступление бы не произошло. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.